Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь в день памяти основателя обители посетили многочисленные паломники из Москвы, Смоленска, Гагарина, Вязьмы, Минска, Витебска и других городов России и Беларуси. Торжественные службы возглавил правящий архиерей Смоленской епархии. О чествовании преподобного Герасима-Болдинского чудотворца рассказывают наши коллеги из телестудии Смоленской епархии «Святой Меркурий». Средоточием торжеств в честь одного из самых любимых на Смоленской земле святых, как всегда, стала обитель, основанная преподобным Герасимом в честь святой Живоначальной Троицы. Сегодня она носит также и имя своего основателя – Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь. Богослужение в день чествования преподобного Герасима Болдинского в обители совершил епископ Смоленский Вяземский Сидор. За богослужением молились многочисленные паломники из Москвы, Смоленска, Гагарина, Вязьмы, Минска, Витебска и других городов России и Белоруссии. На Великом Входе архиереем была совершена пресвитерская хиротония. В иеромонахи был поставлен насельник обители иеродиакон Антоний Сапелкин. После чтения Евангелия на Божественной Литургии епископ Исидор обратился к молящимся с архипастырским словом. Архипастырь напомнил о жизненном пути и подвигах преподобного Герасима Болдинского, выбравшего нелегкий путь отшельничества в дорогобужских лесах, много претерпевшего от разбойников, но милостью Божией снискавшего покровительство царя, воспитавшего множество учеников и основавшего несколько обителей, причем не только на Смоленщине, но и в Калужской области. Чудные дела, которые совершает с помощью Божией преподобный Герасим. И мы вспоминаем слова псалмопевца Давида: «Праведник, яко феникс, процветет». И это общая черта всех подвижников Божиих, которые обильно приносят духовные плоды своей жизнью, своей деятельностью. Но не только при жизни своей прославлен угодник Божий, и по смерти своей мы видим, как монастырь укрепляется, как память его чтится и распространяется среди народа Божия. Потому что в память вечную будет праведник, а слух о зла не боится, говорит нам Священное Писание. И мы с вами, размышляя о подвиге преподобного Герасима, должны взирать и на собственную жизнь, для того, чтобы поверять ее заповедями Божьими, для того, чтобы ее сравнивать с тем, как жили истинные подвижники Божии, и стремиться к тому, чтобы хотя бы отчасти подражать их жизни. Епископ Исидор благословил молящихся и призвал всех поучаствовать в крестном ходе из обители на источник, низведенный по молитвам преподобного. Его преосвященство, духовенство и верующие под пение пасхальных тропарей совершили крестный ход с иконой преподобного Герасима к источнику, где епископом Исидором был совершен водосвятный молебен.